Бесхозный пес вцепился в лицо 5-летнему мальчику. Произошло все в поселке Кибаньолис Кулумского района. Ребенка от разъяренной собаки отбивала его мать. Как рассказала женщина, с сыном они гуляли во дворе собственного дома и не заметили, как к ним зашла чужая собака. Мальчик хотел ее погладить, но она вцепилась ему в лицо и покусала руки. А когда мать стала отгонять пса, тот начал нападать и на нее. На помощь пришли соседи, ребенка самостоятельно отвезли к медикам, где ему обработали и зашили раны на лице. Глаза чудом не задеты. Мальчику предстоит курс уколов против бешенства и долгое лечение. Его мать уже обратилась в полицию. Вопрос на контроле руководства усть-Кулумского района.